12-й Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера» завершился грандиозным концертом на сцене ДК Кирова. На разных площадках зрителей удивляли более 800 юных талантов из 42 городов страны. Это событие стало первым в целой череде мероприятий, посвященных столетию столицы Заполярья. В наших судьбах живут фестивали! Всероссийские, международные, статусности различной! Но и всегда и во всем народные, и свои есть у каждого личные. Фестиваль «Сияние Севера» ведет свою летопись с 1999 года. Он был утвержден Союзом городов Заполярья специально для развития творческих детей из разных уголков России. Певцы и музыканты, художники и умельцы прикладного творчества, юные артисты оригинального жанра. В этом году Мурманск стал большой площадкой с десятком сцен, на которых проявили себя почти 1000 участников, в том числе несколько сотен представителей коренных малочисленных народов. Очень понравился конкурс своей программой, то есть очень обширная программа, развлечения, культурная программа, там, обзорная экскурсия, вот посещение, ну не посещение, а осмотр памятников. То есть очень все классно. Впервые так попали на, вот, на такой отличный конкурс. Все очень классно. Последним аккордом фестиваля стало попурри из лучших номеров выступающих. Циркачей сменяли шаманы, артистов с репертуаром народного фольклора – изящные гимнасты. Была проведена очень большая работа для того, чтобы нашим гостям было комфортно и чтобы они смогли раскрыть все свои таланты вот во всей красе. И это тоже получилось по оценкам наших гостей. Они действительно благодарны нам за вот такой весенний замечательный праздник. Ну и могу сказать, что если говорить уже вот об российской Арктике, то самые лучшие дети живут, конечно, в Арктике. Судила юных дарований как строгое профессиональное жюри, в которое вошли заслуженные деятели искусств страны, так и народное, под председательством капитана команды КВН сборная города Мурманска Германа Иванова. У автономных судей был заготовлен специальный приз зрительских симпатий. Совсем юная участница, зовут ее Ирина Григорьева, она приехала из города Якутска, она победила у нас... В общем, по общему мнению членов народного жюри, она выступала в номинации «Хореографическое искусство», и ее номер назывался «Танец олененка». Призы участникам достались не только от народного жюри. В 15 номинациях денежными премиями от 30 до 60 тысяч рублей были награждены лучшие из лучших представителей разных городов Крайнего Севера.